Короче, так. Замахнуться на Вильяма Бетти нашего Шекспира. Современной культуры, я бы даже сказал, преступник нового типа. Защищайтесь, сударь. Я к вашим услугам. Быть или не быть? А вы опять не готовы? Он не пришел на последнюю репетицию, и мы... О, открыл ногтем. Да. Так, значит, симка стреляет света. Симка стреляет света. Олег Ефремов. Смотрите, режиссер вам назначит штрафной удар в комедии «Эльдорест». Давай попробуем вот эту ставить. Это не нужно. Мой ангел, хранитель мне подсказывал, не ходи ты сниматься в эту картинку. Я и стараюсь. Я сам встал. Но знаете, актеры, по моей пати, ему, пожалуйста, возьмите. 20 лет я нашел на себе этого клеймо «Лапзай или Лапзай». Ой, как мне нравится ваша картина «Лапзай или Лапзай». Ой, смотрите, будьте здоровы. Живая машина. Так, сейчас я попробую. Где моя симка-то? Что-то попутал. А, вот. Если признаться честно, я, к сожалению, не видел и других ваших фильмов. Да что вы? Да. Ну, это уж слишком. И не был в театре. Да? На спектакле с вашим участием. Блин, я был. Вы заняты запутался человек. Немножко. Угу. Ну, Эйнштейн тоже был занят. Это хреново. Но, между прочим, находил время играть на скрипке. Любезная Маргарита Михайловна. Блин. Я полагаю, вы тоже мало знакомы с общей теорией приборостроения. Короче, сейчас. Форматом, баллистикой и прочими. Вот это убираем. Начинается спор между физиком и лириком. Вот это вставляем. Бенджамин Франклин. Кто? Бенджамин Франклин. Американский писатель, общественный деятель, выразил вам... Ну, блин, буржуи. Разговоры свои о всякой фигне. Только потому, что их занятия отличаются... Но народ страдает тем временем. Без вождя. С всякими Верочками общается, чтобы подкатить к ней. Вместо того, чтобы наплодить новых рабов. Вместо того, чтобы нормально. Чтобы нормально изменить эту систему, всю эту. Да ё-мо, чё? Сука, давай. Гордая, не хочет замуж. Да никто не хочет замуж, да потому что алименты, потому что выгоды нету с этого. Если государство даст выгоду, будет она гордая замуж. Ну так-то она молодец. Ну она, короче, не гордая, она типа случайными любовными связями развлекается, поэтому не хочет замуж. Хотя она может замужем быть и случайными любовными связями развлекаться, это без разницы там. Медведь там, не мас такой медведь. Верыч, Вера. Не Настя, а Вера. Так уж похуй. На самом деле, если подумать, если девушка красивая, то в современном мире, где все капиталистическое и нищета в России, только это и делать остается им. Зарабатывают как всяких. Так что нельзя их осуждать, в принципе. Потому что это бессмысленно. Мы просто искусственно доведены до нищеты. Да я вам что-то не вставляется с симпом. Ну это вставится. Сами себе готовите завтрак, блин. Как будто это так сложно. Подъедешь с работы и думаешь,
Давай же, блин. Чёртова сим-карта, блин. Держись, давай, держись. Держись, давай за жизнь, братан, держись. Давай, братан. Давай, давай, братан, держись, давай, вставляйся. Давай, 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 давай. Да, блин. Держись, давай, братан, давай за жизнь, давай, держись. Давай, за жизнь, братан, давай. Да блин, давай же ты. Получилось. Получилось, все. Флоксетин, Какой мужчина, О, боже мой, а завтра будет ему кровь сворачивать. А ты что, ты не согласна, Верочка? С Верочкой, а Верочка забьет на него через пару лет, только он станет ей не нужен. Ну, или через менее, чем через год. Короче, он станет куколдом, либо плательщиком элементов. Но это конец 19 века, кажется. А, нет, это 20 век. Вообще, ладно, сейчас проверим. Сейчас проверим. Видишь, женщины одни работают. Это после войны, то есть всех мужчин уничтожили белых. Короче, остались одни женщины, и сейчас женский мир. Поэтому это все в планах этих, этой чертовой элиты, чтобы управлять нами легко было. Какая разница вам рассказывать? Вы считаете меня поехавшим сексистом и конспиролухом? Сердце у меня говорит одно, а мозг другое, понимаешь? Шуе, ППШ, власть будет наша! Шуе ВПШ, власть будет наша. Так, сейчас проверим. Блин, опять настраивать время. 20 июня. Ой. Да, все. Подождите, смена сим-карты. Так, июнь 20, 6 июня, да, сейчас? Окей. Время сколько? 9 часов. А, нет. 21 час. Сколько минут? Сейчас посмотрим. 9 часов 30 с чем-то минут. Время. 9 часов 30 с чем-то минут. Окей. Все. Че? Шип WhatsApp. Сим-карты заменим. Нажмите, чтобы не стоить. Нажимаем. Мобильные данные, МТС, отдельный МТС РУС. Какая смена сим-карты, что ты писаешь? Так. Так. Звездочка, вес. 1. Решетка. Давай проверим.
Ай, блин. Звездочка. Баланс. Сервис. Капец, где? Звездочка 102. Решетка. Где посмотреть свой номер? Ну и что, сервис, где? Какой сервис? Контакты. Баланс, МТС, служба спасения, там хрен знает кто. А вот мой номер. Все, сделал. Все нормально. Теперь. Так, включаем передачу геоданных. Включим точку доступа. Так. Bluetooth. А, у меня выключен. Как что к интернету-то не подключен? 4G. Окей. К интернету не подключен. Окей. Значит, вторая симка даже не подключена. Еще кто студия данные, тоже где-то Bluetooth. Че это? Не отставай! Давай, давай, давай! Че это? Не путевый! Так, ну не дай. Все. Вот так каждый год. Иначе дай. Круто, товарищ майор! Да. Служба в армии. Что они? Походу вот эта симка моя, вот эта. Туда вытащу. Ой, как счастливы мы. Ты ленивый, стыдно, ленивый, может у нее болезнь.
сосудистой системы, вегеты. С нервных систем, блин. Хотя в деревне должно полегче, но в деревне нету лекарств. Блин. Может, депрессия, блин, из-за любви. У меня депрессия из-за любви. С 15 лет, черт возьми. Понимаешь? Не понимаешь? Будущее роботов, у нас ведь роботы, не будет роботов никаких, будет просто тотальный контроль и рабство, роботов никаких нам нахрен не сделают. Сейчас роботы должны работать за нас, а мы должны спокойно заниматься творчеством, отдыхать, но нет, это никому не надо, это никому не надо. Иван Петрович, мы ничего не можем изменить, ничего не меняется, мы живем под куполом, в тюрьме. Ты ничего не можешь сделать, тебя изобрести, создать, это ты можешь таким голосом говорить. Ну ты как орк, но при этом ты не орк, ты белый человек. Как медведь можешь мычать. А по-нормальному можешь говорить, блин? Хорошо. Приезжай. Ну иди. Встретимся с оркестром. Так сказать, с музыкой встретим вернувшегося бойца. Да, раньше хоть. Капитализма не такого уж не было. Нашел бы себе жену, блин. А сейчас. Ой, кошмар. Я все в деньгах, деньги упираются. Житель нашего района, Иван Романович Фронт. Ну что это? Звездочка. 208 решетка. На благо Родины. Запрос принят, ожидайте смс с результатом. Окей. На благо нашей Родины. На благо нашей Родины. Хоть что-то было. Сейчас ничего не делаю. На благо своей задницы делаю. На благо искусства, хоть кто сделал бы. Сейчас все просто капец, кошмар, что происходит. А это правда? Наши газеты не выходят отобрать. Тем более наша районная газета. СМС где? Прохвост. СМС где? Что-то слыхал, иди на все четыре стороны. Так. Опять твой непутевый номера выкидывает. Номера выкидывают, непутевые. Что случилось? Скажи, я очки, да? Непутевые, непутевые. Моя бабушка... Читай. Вот что надумал твой сынок. Любовь-то. Вот оно, пережитки. Рисовать мелками задумал. Рисовать мелками задумал твой сынок, и он не должен рисовать мелками. Вот что он, видишь, как ненавидит. Так, давай посмотрим, что тут. Я тебя спрашиваю, на что его шевера? Вам голосовое сообщение. А ты что на меня орешь? А где? Так, кто такой? Ты какой имеешь право на меня голос поднимать? Видишь, мощный феминизм пошел. Доведут человека, а потом брать. Мощный. Доведут человека, голос поднимать будет. А сама ты не поднимаешь голос, блин. Ты даже не замечаешь. Давай посмотрим баланс. Остаток 43-44. Отмена. Так, сейчас как узнать свой звездочка 100 решеток. Может, звездочка 100 решеток. Как узнать свой номер?
Окей. Ой, черт, я не знаю. Звездочки, все. Хорошо, давай. О, Гитлер. Про меня говорят. Капец, что он баланс показывает? А я пытаюсь узнать, симку я поставил и свою сюда. А моя где? Твои здесь все, все нормально. Где они все здесь? Вот, где? Вот одна. Где вторая? Вторая в телефоне. Где? Вторая в телефоне, черная. Красная здесь. Сейчас я попробую красную. Зачем вставить. Ты красную вставляешь? Зачем ты убрал? Я тебе сказала, я сама все вытащу. Я теперь не знаю, как вставить ее. Я теперь не знаю, с какой стороны она вставляется. Тихо, я знаю, Саша. Как ставить. Тихо, не надо ставить. Саша, пошел нахер отсюда. Ты уже нахватил мой телефон. Тихо, успокойся. Я поставил симку твою, ты можешь звонить с этого телефона теперь. Где мой телефон? Вот твой телефон, где? Можешь звонить. Где номера все? Вот, контакты. Назад вот это. Раз вверх, назад вот это. Можешь позвонить кому угодно. А где мои телефоны? Их нету здесь. Значит, на той симке. Надо ее поставить. Сейчас поставим, подожди. Только не кричи. Я чувствую, что сейчас я потеряю симки. И все ничего не потеряешь вообще. Ничего не потеряешь. Вот так становятся гитлерами. Вот так гитлерами становятся, короче. Что, давайте. Где там Егор Крид со своей свастикой? В прыжке свастику изобразил, круто. Так. Инфо. Нужно узнать, мой номер это или нет, чей. Ну вот, начинается дичь. Предатели. Вообще, скребали, буржуи. Мой номер. Да они, да, блин. Вот. 850. Ну, мой номер, все нормально. Все нормально. Теперь пора поставить вторую симку. Как это сделаем? Как поставим вторую симку-то, а? Че, хочешь позвонить? Саша! Оставь мои симки, я тебе сказала, я симки, твои симки сама буду вставлять. Да я поставил симку твою за счет своей. Какая моя симка? Где она? Черную я поставил за счет своей черной большой. Ну, которая вот этот батон большой. Отстань, Саша. Вытащи симку свою. Я не могу ее вытащить. Да можешь. Ну или давай я вытащу. Я научился ногтем открывать его. Вот смотри, стоит твоя в моем черном ободке. Черная симка твоя. Теперь поставим красную и все заработает. Не втаскивается красная. Как она не вытаскивается? Молча. А. Ну, иголочку вон просто достань. Или булавочка, или это. И как? С той стороны. И как ты? Давай стоишь? Я сам тебя руки. Ты немножко, ну, психолог немножко. Ладно, поставь. Давай я. Отстань. Я сделал тебе вот твой телефон. Теперь.
Надо подцепить. Давай я сделаю. Да не сделаешь. Да я сделаю. Подожди, где она вот? Возьми ну ее. Где она? Что ты поставил, если она не работает? Почему работает? Что? Ну она я позвонить работает? Не могу, контактов моих нету нигде. Контакты твои на второй с нашей симки. Сейчас мы ее вставим. Саша, ты мне кончай здесь химичить. Да я тебе вставлю симку твою сейчас просто, вторую, как и было. Вот, вытаскивается она. Вот и вытащил, все. Раз, вытащил. Все. Теперь все на место. Сейчас попробую. Была бы у тебя вот черная вот эта вот фигня, ободок. Черный. Вытаскивай ободок свой. Это подожди, это твой. Вот. Нужно. Подожди, нужно ее вставить в этот красный ободок. Где он? Зачем ее вставлять, когда надо в черный вставить? Сначала в нужно в этот вставить, а потом. Дай! А потом уже в большой. Угу. Сначала надо в черный. Ой, в эту, в красный ставить, а потом в. Ну давай, большой. Вытаскивай свой черный. Ну блин, тогда у меня не будет телефона. Вот это вытаскивай! Да блин, нужно, чтобы он был вставлен и еще и красную ставить. А потом как мы вытаскивать будем все? Ты что, совсем сдурел? Нормально вытаскивать. Нет, вытаскивай черную свой. Я еле затащил его. Вот. Жди, только не кричи, я. Это тонкая ювелирная работа. Так, пускай здесь лежит или где-то вот телефон. Нет, зря ты вытащил его. Поставь в красную на место. Видишь? В красную поставь на место. Либо в черную. Все, сейчас встану. И хорошее настроение. Феназепам не принимали там в Советском Союзе. И алкоголь. И было у них хорошее настроение. Да. Понимаешь? И пища была нормальная, не из нефти. Ну что? Сейчас. Я хотел просто две симки ставить. Не надо две. Твои. Если вирус там у тебя стоит, то ты не знаешь, что делать. Ах ты сексист. Влюбился в юбку. Надо на вооружение взять этот слоган. Влюбился в юбку. Прикинь, какой сексизм. А будет а теперь обратка пошла. А вообще там сексизм был зашкаливающий. Там жесть была. А сейчас же сексизм. Так вообще пофиг вообще. Меня коснулся даже сексизм. Ладно. Да блин, она не подходит. Давай попробуем. Как же это сделать? Она не подходит сюда, ё-моё. Давай попробуем. В эту вставить. Давай попробуем, мальчишка. Северная Корея. Северная Корея. Да блин. Давай. Патриотический поступок ради вождя. За безупречную службу в рядах советской армии. Да, блин. Офигенно. А ученого в психушку посадили, когда он предложил альтернативную энергию.
эмоции. Вместо того, чтобы поддержать его, эти номенклатуры, это круто. Короче, чего уж тут говорить. Номенклатура. Ученых давила, которые могли бы сделать нормальную разработку. Вместо этого они деньги там выпиливали. Давай. Давай, давай, вставляй, давай. Фух. Красная синька, жесть. Тяжко. Давай. Плохи наши дела. Давай, дорогая, давай. Ну. Вставил красную синьку. Есть. Еще бы другую вставить. Еще бы поставить эту. Черную синьку. Как же это сделать так? Б. Закрыто? Ну помаши, Сина. Это она кошки. Это она кошки. Бессовестная. Кошка бессовестная, да. Совестная. Короче, блин, это просто жесть. Целенобрень. Сейчас куда уезжают? На Бухалово. В клубы тупые. Раньше тоже были клубы, кстати. Все скорее была всякая дичь. Москва всегда была развратной и дикой. Еще при... Да всегда, короче, было. Хотя, может, при Советском Союзе там не было такого. Хотя нет. Не знаю, короче. Да блин, тупой, блин, насколько же они неудобно сделали эту хрень. Ребята, он гей, он сказал. Ребята, он гей. Или он сказал, ребята, он гей. Подожди. Ну, вот, вот что представляется. Что за дичь? Подожди, ну тут вот. Вот. Должна вставляться вот так, мама, получается. Ну дичь. Ну дичь. Верочка не согласится. Не согласится Верочка. Верочка тебе будет мозги выносить, прятать бутылку от тебя, позвонит в милицию и выгонит тебя из дома, из города. Нет, из дома выгонит. И будешь ты бомжом. Вместе со мной будешь тусовать на свалке. Давай. Блин. Пес. Фух, жесть. Как же она стреляется-то, эта синечка. Да, забыла о сердце, да. Ни дня не могу без нее жить, да. Да блин, как же она... Да, без девушки не может жить русский человек.
Да, и я тоже не могу жить без нее. Умираю я. Мы вечно должны быть вместе. Депрессия с 15 лет. Да ё-моё. Но на крыше я смотрю всегда. Ну, на крыше небоскребов я смотрю всегда. Не найдется ли там место для меня? Ой, капец. Как тяжко. Ты найди способ, как без ответной любви спастись, когда сердце страдает. Это серьезная проблема. При тяжести после еды я пила привычные таблетки. Но ты перевари мне пищи, важные мелкие частицы, капсулы прион с сотнями миллилитров. Буржуи подают всякую фигню, впаривают невежественную. Что здесь предрассудков невежества? Отличные нашли страну, только сделали ее нищие. Сделали бы богатой страной, наживались бы. Нет, они нищую страну сделали. У нас будет лучшее судно и самое порное во всей Англии. Да и он. Как же хочется порвать. Просто кошмар. Собрать дружную компанию. Но и команда. И уплыть далеко-далеко. Мы едем искать... Конечно, из России. Хочется куда-то свалить. Каждому... Вон, они даже на байдарке обычно пытаются свалить. Давай! Кусочка сыра ему хочется. Голодают. Так пытаются с России свалить, что даже кусочек сыра нету поесть. Блин. Просто кошмар. Какая же это дичь. I'm best in the best. I'm best in the best. Я еще вернусь. Пора ли, друзья мои, там что такое? Замахнуться на Вильяма Бенедикта нашего Шекспира. Современной культуры. Да замахнись. Какая разница? Кто это такое? Кто это такое? Быть или не быть, а вы опять не готовы. Просто петушок. Блин, я могу засунуть и не вылечить ее. Что-то я не знаю, стреляю или нет. Блин, она должна доставаться, вот эта хрень. Как ее достать? Чипсы нужны. Чёртова. Где чипсы? Ну, киньте смертоноски, блин. Охренеть. Блин, кошмарная какая комедия, там ужас, рожа у него страшная, там вообще маньяка, глаза. Вот он там вообще что только не вытворял. Это же просто жесть. Где он там в автобус смотрит? Привет, там такие за глаза маньяка. Смоктуновский, блин. Просто капец. Какую же они хрень продали.
Как ее достать, ё-моё?